Тем временем сирийская армия и отряды ополчения освободили от экстремистов горный хребет Хайя к востоку от города Пальмира. В ходе боев уничтожено более 70 боевиков ТИГИЛ. Также захвачен участок правительственной трассы в 6 километрах от древнего города, что позволило отрезать экстремистов от путей снабжения. Напомню, разрушение исторических памятников Пальмиры стало одной из самых громких акций боевиков ТИГИЛ. Неделю назад правительственные войска начали операцию по освобождению древнего города. Уже скоро сирийская армия совместно с отрядом ополчения «Соколы пустыни» намерена начать штурм Пальмиры.